Привет, Найт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7100 случаев в год до... Так, минутку. На улицах, ты говоришь, безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Thank you.
Мы подаем лучший эспрессо. Носиться будешь, как корпорат под угрозой увольнения. С градусом. Давай калаверу. Всем слушать сюда. Это ограбление. Ты, деловая возле стойки. Да, вот ты! Ебало завали! А ручонки вверх, чтобы я их видел! Остальным сидеть кто-то не хочет стать звездой вечера. Я сказал быстро и молча. Ты глухая или тормозная просто? Подай пример остальным, доставай кошелек. Медленно! И каким чудом ты еще жив? Опять ты сволочь! Так и не научился выбирать себе соперника по силам. Видала я ребят вроде тебя. Все мертвы. Не поняли вовремя, кто перед ними. Блефуешь? Я на твой трёп не куплюсь. Я танцевала с Мальстрёмом и Арасакой. Думаешь, у тебя есть шансы? Ты сдохнешь быстрее, чем спустишь курок. Обещаю. Валим отсюда нахуй! Столько лет никаких проблем. Вот где шестая улица, когда они так нужны? Повезло нам, что ты тут оказалась. Заказывай, что хочешь, за счет фирмы. Привет, Ви. У меня серьезный заказ, и подойти к нему тоже надо будет серьезно. Тебе придется заскочить к шестой улице и подгрузить вирус в их оборудование. Рассчитываю на тебя, подруга. А, чуть не забыл. У них есть техник Люциус Торн. Я бы не возражал, если бы он поймал случайную пулю, если ты понимаешь, о чем я. Подробности в письме.
Нет, слишком далеко. Что? Какой-то странный у тебя голос. Thank you.
Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгните для подтверждения. Всегда отлично, Ви. Я буду удивлен, если хоть кто-нибудь из шестых еще сунет свое еблище на мою территорию. Если у Циусом Тораном отлично вышло, я очень доволен. Заказ закрывается. Thank you.
Пам-пам-пам-пидам-пам-пам-пидам-пам. Йоу, Ви, как жизнь молодая? Если не занята, у меня есть заказик, прямо классика. Надо просто пробраться в корпоратское логово и подложить жучок. Инфу я приложил. Ви? Ну да, я. А ты, Тед? Можно Тедди. Залезай, поболтаем. Ладно, Тедди. Выкладывай. Смотри, видишь вон там слева гараж? Он принадлежит Кендаче. Говорят, они хранят там особый товар. Особый? Для банды 6-й улицы. Ладно, в чем моя задача? Проберись в гараж и закрепи под грузовиком трекер. Только смотри, чтобы тебя камеры не запалили. Это запросто. Учти, от тебя зависит моя карьера. Ты бьешься за правду! Ты знаешь, как обойти их охрану? А, сразу к делу. Правильно, зачем сопли жевать? Короче, расклад такой. 2 камеры, 5 охранников, еще 3 с другого хода. Что, мандраж? Дельце непростое, понимаю. Ты, главное, на камеру не попадись, а остальное ерунда. Вроде все сказал. Еще вопросы есть? Нет, все ясно. Я постараюсь. Ладно, Тедди, пора за работу. Короче, будь как ниндзя. И не пались под камерами. Это меня любят камеры, а не тебя. Ну все, давай. Thank you.
Удачный будет день. Передает тебе спасибо. Представляю, как охуеют эти уроды из Гендачи, когда он за них как следует возьмется. Вот честно, все бы работали, как ты. Заказ закрыл, деньги скоро тебе придут. Спишь нормально? Я вот нет. Какой там сон, когда деньги делать надо? Смотри, на меня работает одна девушка, Джулиет. Я должен был получить от нее кое-какие важные данные, но она куда-то пропала. Проверь, что с ней, а? И про данные не забудь. Детали прилагаю. Remember to take only certified neural enhancing supplements. Some parts of the brain are irreplaceable. Интересно. Сейф за картиной. Жутко оригинально. Хотя, живопись в доме наемницы — это все равно, что найти у тебя оперный брейн-данс. Меня больше интересует, почему эта картина упала. Похоже, Джулиет сильно торопилась. Да. Что-то тут очень мутное произошло.
Бардак. Да и вонище. Сразу видно, что наемница жила. Фига себе. Тут кто-то ударился мизинчиком. А, следы борьбы? Мягко сказано. Почти все закончилось. Вот этому в аптечке явно не место. Надо бы осмотреться. Да тут целая аптека. Я думал, такого даже на черном рынке уже не достать. Это все успокоительные. Их берут, когда нет денег на что-то получше. Многовато для одного человека. Что-то мне это совсем не нравится. Гляди-ка ты в оба. Хочешь, поделись жизненной мудростью? В сейфе обычно хранятся ценные вещи. Тут есть ридер. Надо поискать щепку доступа.
Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба. Иногда и мне везет. Сказать насчет Джулиет. Блять. Она не говорила, что у нее есть сестра. У меня просто нет слов. Спасибо за данные, Ви. Заказ выполнен. Я, в общем, еще позвоню. Надо. В смысле, чё? На вечеринку пришла? Только по приглашениям. Для тех, у кого нутро звездно-полосатое. А ты уёбовый. Чё ты сказал? Сказал уёбовый. Но ты, вижу, не врубаешься. Эй, Джо! А? Иди сюда. Тут одна сучка заблудилась. Покажи ей, где у нас выход. Короче, расклад такой. Ты говоришь, извините, дяденьки, и бежишь бегом. А иначе что? А иначе я тебя уебу. Будешь на дне Дель Коронадо камушки считать. Вы извините, пожалуйста. Но мне придется испортить вам тусовку. Я не хочу.
Дело. Есть одна тёлка из полиции. Начальство поняло, что она слишком много знает и решило от греха подальше сдать её в психушку. Тебе надо её вытащить. Так сказать, защитить закон. Детали в письме, я на связи. Thank you.
большие потери! Человеческое тело содержит от 5 до 7 литров крови. Привет. Это ты, Жасмин Диксон? Да, это я. А ты? Кто тебя послал? Я тебя отсюда выведу. Идти можешь? Я не знаю, а куда идти? Эй, послушай меня. Все будет хорошо. Я тебя отсюда вытащу. Ясно? Да. Вам нравится режим автономной стрельбы? Можем. Подпрыгните для подтверждения. Можем идти. Очень странно. Оу, да. Не останавливайся. Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгните для подтверждения.
Садись. Тебя отвезут домой, к мужу. Он тебя ждет. О, Господи! Я думала, что я... что уже никогда... Ты не знаешь, что они... Сколько раз... Каждый вечер... Мужу своему потом в жилетку поплачешь. Садись. Я не знаю, кто ты. Спасибо тебе. Добротная работа, Ви. Жасмин уже едет к своему супругу, а он уже отправляет мне мой гонорар. В смысле, наш гонорар, конечно. Спасибо тебе, Ви. Закрываю заказ. Можно завести лошадь прямо в воду, но пить ее не заставишь. Я годами пыталась наладить связь с Ирис Таннер, но она все время отбрыкивалась. Я уж и просила ее, и деньги хорошие обещала, ничего не помогало. Ответ был всегда один – я с фиксерами не работаю. Сегодня она вдруг сменила пластинку. Знаешь почему? Ее похитили духи. Ну, я нос воротить не буду. Может, теперь она наконец со мной подружится. Прочитай подробности.
Ну, наконец-то. Ирис Таннер, я пришла тебя вытащить. Они тебя не тронули? Не успели. Пытались убедить по-хорошему. Но аргументы у них были весомые, так что ты очень вовремя. Если бы дошло до дела, я бы не стала геройствовать и сделала все, что они скажут. Надо скорее уходить. Я не могу тут бросить свою тачку. Она в гараже. Этого в договоре не было. Надеюсь, она у тебя быстрая? Нет, в договоре не было. И нет, не сказать, чтобы она быстрая. А давай это будет договор между нами.